Вечный вопрос, терзающий человечество, гласит: как прекрасный жук-навозник может транспортировать шарик больше, чем он в 3 раза? Такой же не менее важный вопрос: может ли кунг-фу быть успешно применено в реальном бою по ММА? Привет, пестрокрылые птеродактили! Вы на канале Muay Thai CK, а я Федорович. Покажу вам невероятные удары из кунг-фу, которые были использованы в реальных боях по ММА и в UFC. Конечно, некоторые из вас скажут, что эти удары используются не только в кунг-фу, но каковы стихи, такова и песня. Если удар показал человек в кимоно или желтых нарядах, значит, этот удар из кунг-фу или ушу. Эта истина так же нерушима, как Хонгильдон со своей свирелью. Я не исключаю варианта, за который монахи Шаолинь могут меня уничтожить потоком вселенской энергии Чи, что сами мастера кунг-фу позаимствовали удары из других направлений единоборств. Но это, конечно, маловероятно, ведь мы с вами знаем, что мастера кунг-фу, ушу, тайчи и багуа были первыми, кто вообще додумался до драки, подглядывая за животными. Когда убегает сумасшедший, за ним бегут здоровые. Так и в единоборствах, когда один что-то показал и попал, все это повторяют и попадают. Правда, не все, ведь каждый попасть может тогда, когда попадает. А сделать это так же просто, как тяжело не попасть. Так гласит забытая китайская мудрость. Можно много писать букв на воде, но что бы вслух ни сказали, глаз все равно будет радоваться ударам, которые вы видите на видео. Их красота безоговорочна и прекрасна, как полет летучей мыши на фоне луны чистого звездного неба. Пишите в комментах, какой удар вам понравился больше всего. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А вы можете стать партнером канала или знаменитым. Подробнее в описании под видео. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.